Итак, тестовая запись. Маленький короткий полет. Cessna 182. Взлет, разворот, посадка. Большой аэродром в Австралии, штат Виктория, Маунт-Бьюти. Вот тут мы скольжение. Убираем скорость, высоту. Выравниваемся. Скорость, конечно, немножко высоковатая, но подходит. Вот пролетаем дорогу. Ну, просто на дороге могли быть колдырные какие-то, колея, опять же. Все. Посадка. И уровень обратно. Повтор позволяет парконтроле проанализировать взглядом снаружи. Не было таких грубых ошибок. Или мелких. Пока все.